Приветствую, с вами друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И настало время немножечко расшириться. Да-да, расшириться. Именно поэтому сейчас я покажу квартиру. Вы сейчас подумаете, что там с города Сочи сбегает. Нет, не сбегает. Просто иногда есть такой момент, когда хочется квартиру побольше. Да, хочется там еще что-нибудь и так далее. Иногда квартира становится тесная. Я покажу вам квартиру. Вы ее видели. Видели процесс ремонта, как она ремонтировалась, как она из черновой квартиры превращалась квартиру с ремонтом, и как покупали технику и мебель. Давайте попробуем с вами сейчас посмотреть и оценить. Ребят, соответственно, давайте попробуем посмотреть. Видите, сегодня такой скажем, по-воскресному. И что хорошего, да, квартира почти 35 квадратных метров. Здесь у нас имеется такая гардеробная небольшая. Также здесь у нас уместились шкафы. Конечно, кто-то скажет, давайте это покажу, что немножко, ну, некомфортно. Но, ребят, студии маленькие в Сочи, поэтому и приходится. Здесь, соответственно, я могу сказать, что хорошее сделан санузел, да, шкафы встроенные. Все красиво, все сделали, все уместили. В общем, остается все. Вся остается техника, мебель. В общем, вот как вы сейчас видите, все остается. Полностью все остается. Ну и, соответственно, давайте посмотрим саму студию. Вот эти шутки по поводу того, кухню-то мы увидели, а где спальня, а где все остальное. Ну, ребят, это студия. Я же не говорю, что там однокомнатная квартира и тому подобное. Нет, это студия. Соответственно, здесь из плюсов это статус квартиры. Высота потолков 3,40, да, посмотрите, как высоко. Можно менять разную подсветку при желании. Тоже, как бы, можно делать вот такое освещение, теплый свет можно оставить. В общем, как уже вам будет угодно. И теперь, в целом, да, про квартиру. Квартира находится на третьем этаже пятиэтажного дома. Соответственно, здесь низкие коммунальные платежи, здесь есть индивидуальный газовый котел, здесь же у нас вы можете использовать газовую плиту, можете использовать электрическую плиту. И, конечно же, в доме есть интернет, в доме разделены счета, в общем, все как и должно быть. Опять же, да, площадь квартиры непосредственно с балконом, балкончик здесь тоже у нас имеется. Что касается вида, сейчас погода не самая лучшая, погода пасмурная, поэтому не. А так, конечно же, вот где вот на уровне этой трубы, там у нас вид на море присутствует. Здесь уже ничего никогда не вырастет, здесь скоро будет дополнительная парковка, здесь есть паркинг, везде можно разместиться, потому что вот здесь есть такое железное ограждение. И видите, да, там как бы все забито, но при этом паркинг здесь свободный. Балкон большой, такой, какой и должен быть. И в целом из плюсов данной локации, то, что, например, если вы захотели, например, доехать до центра, до остановки «Мелодия», здесь ехать на общественном транспорте не более 12 минут. Соответственно, данный дом относится к гимназии номер 9. До гимназии ехать там 5 минут, может 5-7 минут на автобусе, не больше. Ну и в целом здесь хороший транспортный развязок, хорошие подъездные пути. Вот именно как квартиру покупали, важно было хорошие подъездные пути. И важно было вот этот момент, это, конечно же, наличие общественного транспорта. Минусы, конечно, тоже есть. Особо сильно здесь нигде не погулять. Да, как бы такой зелени, как вы привыкли, такого нету. Только вот есть вот здесь вот участок небольшой, где у нас входит территория национального парка. Все остальное, конечно же, это застройка, которая начала существовать в 2008 году с жилых комплексов, как Весенний, Немецкий квартал и тому подобное. Вот они. Но если мы, например, берем вот именно этот дом, это жилой комплекс «Облака», это дом все-таки категории эконом, здесь хорошие оконные группы, тут, соответственно, у нас вентилируемый фасад. В общем, плюсов здесь очень-очень-очень-очень много. Ну и опять же, да, ремонт в квартире сделан тоже хорошо и добротно, в том плане, что везде в квартире теплые полы. И, конечно же, много чего из материалов такого дорогого, всевозможного, лепнина и тому подобное. Ну, в общем, ремонт обошелся в 2,5 раза дороже, чем обычный стандартный ремонт, который вы видите в квартирах.
Ну, вот как бы единственное, что вот этот у нас пока аппендикс пока решает, будет здесь газовая поверхность. Потому что есть газовая поверхность, есть белая, красивая, все. Как только газовую поверхность подключат, то, конечно же, уже не будет такого форменного безобразия. Почему эту квартиру продают? Да, ответ очень прост, потому что для двоих все-таки тесная квартира, хочется побольше. Ну и вот как бы поэтому размен будет на большую квартиру. Конечно же, придется добавить, ну ничего страшного там нет. Но вот если, например, кому-то брать, если кто-то там один живет, например, как я сейчас на данном этапе, то такой квартиры бы хватило, в принципе, за глаза. Почему? Да потому что в основном сюда приходят только переночевать. И в принципе, я думаю, что для этих целей квартира самое то. Само собой, если вдруг у вас там бюджет на покупку квартиры, там, не знаю, там 20-30 миллионов рублей, вы можете эти видеоролики даже этот не смотреть, потому что все-таки это у нас относится к бюджетному жилью. И, как, кстати, цена, ну, как бы, я бы не сказал, что низкая, но не могу сказать, что высокая. Например, сейчас минимальная стоимость квартиры в жилом комплексе Гранд Парк в Чернухе, да, с черными стенами, например, те же самые 35 квадратных метров, вам обойдутся в 10,5 миллионов рублей. Плюс еще такой вот ремонт у вас выйдет где-то миллиона 3, не меньше. Ну, я сюда имею в виду и технику, там, мебель и все остальное. Поэтому данная квартира, учитывая, что все-таки это статус квартиры, хорошие подъездные пути, есть паркинг, магазины, здесь все имеется, все, что нужно для жизни, автобусную остановку сразу, как мы уходим, то, соответственно, данная квартира стоит всего лишь 10 миллионов рублей. Торга нет, ребят, от слова совсем. Итак, ребят, на цене аж камера, знаете, тот случай, когда аж камера аж офигела. Так вот, ребят, цена квартиры 10 миллионов рублей, торга нет от слова совсем. Ближайшие конкуренты здесь у нас стоят в Чернухе по 30 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно я показывал, и там локация гораздо хуже, это будут апартаменты, это будет не статус квартиры, где не прописаться, ничего нельзя. Здесь же это обычный квартирник, законный квартирник, который не снесут, ничего с ним не сделают. Поэтому цена 10 миллионов рублей. Общая площадь 34,7 квадратных метров вместе с балконом. Ну, соответственно, полезно здесь площади 30 квадратных метров. За счет того, что здесь есть гардеробная, за счет того, что большой санузел, коридор. Поэтому вот и кажется, что квартира такая небольшая. Но, во всяком случае, здесь все поместилось. Но еще раз, из плюсов это высокие потолки, это удачные подъездные пути, это хороший ремонт, это хорошая свежая мебель, техника и так далее. Поэтому, если вдруг не хочется заморачиваться с ремонтом, если вдруг хочется для себя первую квартиру в городе Сочи, то без проблем. Кстати, ипотека здесь проходит, можно спокойно оформить данную квартиру через ипотеку через Сбербанк. Оценка здесь тоже пройдет, мы уже узнавали, потому что здесь квартиры, которые остались в Чернухе, они стоят 300 тысяч за квадрат. Здесь получается цена дешевле, чем 300 тысяч рублей за квадратный метр, потому что все-таки 34,7 квадрата. Вот как бы так, ребят. Поэтому, смотрите сами, решайте сами. Конечно, хочется такую квартиру купить миллиона за полтора, а лучше за миллион. Но таких цен в Сочи не бывает. Здесь только ремонт сделан на 2 миллиона рублей. Как бы это тоже я как-то вам показывал, потому что за этот ремонт платил я сам лично. А теперь, ребят, всем хорошего настроения. Всем побольше позитива, вам всем добра и пока. Хотелось бы показать все-таки коридоры, хотелось показать двери, потому что двери везде хорошие, качественные. Ну и, соответственно, видите, да, как бы ты себя здесь не чувствуешь в лютом экономии, потому что есть, например, рядышком соседние дома, но там реально лютый лютейший эконом. Поэтому на этом фоне этот дом выигрывает. Рядышком в основном здесь, если вдруг что-то смотреть дешевле, это будут жилые помещения. Соответственно, это у нас дома на IGX, это же у нас обычный стандартный квартирник. Дом беспроблемный, вода есть, электричество есть, в принципе, все здесь имеется. И как бы плюсов гораздо больше, чем, ребят, минусов. Единственное, что вот дом пятиэтажный и лифта нет. Но с другой стороны, я вам показал квартиру на третьем этаже. Я думаю, что полезно на третий этаж подниматься пешочком. Такая исходная группа, пока еще консьержа здесь нет. Но в любом случае радует здесь это коммунальные платежи. По сути, они небольшие.
Ну и, конечно же, радует, что есть все-таки парковки и все остальное. Даже я не смог сюда приехать, потому что я чужой, припарковаться. А так, вы посмотрите, да, парковочных мест более чем достаточно. В целом, как бы, для кого подходит данный микрорайон? Для тех, кто хочет, чтобы детишки учились в хорошей школе. Только по прописке, это первое. Для тех, кому важны туристные пути, кому нужны наличие всевозможных магазинов, спортивных центров всевозможных и так далее. Вот для вас подойдет. Само собой, здесь до моря пешком идти некомфортно. Здесь придется вам на автобусе за 28 рублей в течение 5 минут, и вы будете на, ну, 7 минут, и вы будете на пляже Светлана. А так, конечно же, собственники этой квартиры, они катаются на пляж на Мамайку. Потому что есть на Мамайке хороший пляж, который называется «Ласточка». Действительно, извиняюсь, там хочется купаться, там хочется быть, там хочется жить. А теперь, ребят, всем добра и пока!